Сегодня мы поговорим о посадке многолетних декоративных кустарников осенью. Некоторые из них трудно приживаются и плохо зимуют. Вот. И так как цена на них может быть достаточно высокой, то, соответственно, потери денежные на многолетниках ощутимы. Есть многолетники, которые приживаются очень хорошо и легко, такие как барбарис, спирея и так далее, и так далее. Вот. А некоторые приживаются плохо, такие как вересковые, да, к которым относятся, например, рододендрон, и хвойные растения. В данном случае у нас сосна горная, как одно из растений, которое очень часто гибнет у садоводов при осенней посадке. И мы сейчас коротко разберем, каких ошибок следует избегать, во-первых, при выборе их в питомнике, во-вторых, при посадке, как их правильно сажать. Ну, в первую очередь, если мы покупаем в питомнике, где большой выбор, на что следует обращать внимание? Ну, прежде всего, надо смотреть, чтобы контейнер был пропорционален размерам самого растения, верхней части. Бывает обратное, когда огромный куст или огромное дерево в маленьком горшочке находится. Вот, скорее всего, это указывает на то, что это на самом деле саженец не с закрытой корневой системой, а с открытой. Его где-то из прикопа достали и прямо в день продажи воткнули в торф маленький горшочек и выставили на обозрение. То есть, если мы видим вот такой вот мох, да, покрытие мха, это значит, что саженец не сегодня, естественно, посадили. Да, он несколько месяцев тут рос и укоренился. И раз у него зеленая верхушечка, значит, он здоров, цел и невредим. Вот если говорить о вересковых и хвойных, то их достаточно один раз пересушить, ну, просто забыть полить, да, по халатности. И они мигом засыхают, они уже не подлежат восстановлению. То есть, если мы видим желтенькие листики, видите, в данном случае только внизу, да, а верхушка вся зеленая и сочная. Все, саженец здоров, а то, что они немножко желтеют, ну, осень, так полагается, это не страшно. Главное, чтобы в целом листики были упругие, да, и здоровые, и хорошо держались, то есть они не отрываются. Это значит, что растение практически на 100% можно считать здоровым. И то же самое с хвойным. Да, какие-то, мы видим, хвоинки опали, нижние. Это нормально, нижние хвоинки всегда осыпаются, желтеют. Но раз верхушка, мы видим, она упругая и зеленая, да, значит, такой саженец не был пересушен. И сейчас мы рассмотрим еще один верный признак здоровья растения. Это его корневая система. То есть, когда растение растет в контейнере, любое, будь то комнатное растение, будь то вот такой саженец в питомнике, у него корень вначале устремляется вниз, потом встречает преграду и начинает кружить внизу, да, по стенкам горшка. Так вот, самое лучшее, это если мы при выемке саженца обнаруживаем вот хорошую, свежую такую кольцевую корневую систему, как мы сейчас покажем с этим растением. Мы его переворачиваем, аккуратненько вынимаем. И вот мы видим вот эти кольца в нижней части. Они свежие. Они упругие. Вот это показатель стопроцентного здоровья данного саженца. И вот если мы имеем вот такую отличную корневую систему, да, у саженца, тут важно не совершить типичную ошибку, которую неискушенные садоводы совершают. Знаете, они при посадке, они решают избавиться от старой земли, они начинают стряхивать старую землю. Вот у хвойных и у вересковых, у рододендронов ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что они очень плохо восстанавливают корневые волоски. Раз уж, как говорится, мы получили хороший корень, его надо сохранить. Его надо осторожно-осторожно сажать вот так целиком, чтобы, как говорится, ничего не осыпалось. И сейчас мы покажем непосредственно технику посадки такого саженца в землю, тоже чтобы избежать нескольких типичных ошибок. Здесь вот условия совершенно такие плохие, надо место подготовить прямо на месте быстро из подручных средств. Ну, будем считать, что землю мы очистили, у нас на участке мы сняли слой сорняков, удалили, и у нас осталась, так сказать, голая подпочва. Как дальше поступать с саженцем хвойных? Ну,
В идеале, конечно, хвойный сажать с использованием различных камушков, чтобы было, тем более сосну горную. Да? Надо создать элемент горного ландшафта, ну или такую мини-альпийскую горку. То есть можем использовать камни, осколки плиток, ну вот нечто такое, но с расстояниями, конечно, потому что корни должны будут проникать легко, уходить под землю. Далее мы слегка присыпаем их землей, в которой желательно большое содержание песка для хвойных. То есть земля должна быть достаточно тощей. Устанавливаем на них наш саженец и насыпаем его вокруг хорошей песчаной почвой. Естественно, чистой от сорняков. Создали подобие альпийской горки. Рядом можно сажать какие-то другие хвойные, какие-то другие цветы для композиции. Но важно, что для сосны хвойной, ну и для каких-то других хвойных растений, таких как можжевельник, это можно считать идеальные условия. Вот это песчаная почва, да, и главное возвышенность. Такую сосенку уже ни за что зимой не затянет вода в глину, и она там не задохнется. А рододендрон мы сажали бы по-другому, да, потому что ему требуется другая почва, уже не песчаная, как для хвойных, а с добавлением торфа или хвои еловой, то есть почва кислая, другая по составу. Да и хвойные можно сажать, конечно, другими способами. Подробнее об этих способах посадки я рассказал в материале, который размещен на нашем сайте.